Здравствуйте! Сегодня рассмотрим тему, как правильно записать на загрузочную флешку Windows 7, 8, 10 с помощью программы Rufus. Эта программа бесплатная. Ссылка, где можно скачать эту программу, будет дана внизу под описанием видео. Прежде чем записывать образ на флешку, необходимо знать, в какой файловой системе находится жесткий диск, на какой мы будем устанавливать Windows. Открываем меню «Пуск». В данном случае я использую программу Windows 7, панель управления, администрирование. Управление компьютером, управление дисками. Я буду устанавливать операционную систему Windows 10 и на этот жесткий диск. На этом диске находится два раздела. На одном разделе записано Windows 7, и на другой раздел буду ставить Windows 10. В этой строке мы смотрим, в какой файловой системе находится данный жесткий диск, на который мы будем ставить Windows. В данном случае диск этот находится в системе NTFS. Теперь необходимо еще знать стиль этого раздела. Нажимаем правой клавишей мыши. Свойства. Тома. И напротив стиль раздела, если у вас написано вот так, то значит, что у вас диск размечен в стиле GPT. А если здесь написано MBR, то значит, что ваш диск размечен в том же стиле MBR. Все. Окей, теперь нам известны необходимые данные для правильной записи на загрузочную флешку образа Windows. Закрываем все это. Для удобства работы загрузки Windows на флешку все это вынес на рабочий стол. Запуская программу Rufus, появившееся окне нажимаю «Нет». Открылась программа и справа нажимаю на кнопку «Выбрать» и прописываю путь нахождения данного файла Windows, который буду записывать на флешку. Вот этот ISO-образ мне необходимо записать. И нажимаю на него. Здесь необходимо поставить все правильные данные, которые мы ранее смотрели через панель управления. В каком стиле раздела находится данный диск. В окошке схемы раздела выбираю раздел GPT, какой у меня. А вы выбираете свою схему раздела. Файловая система на моем компьютере NTFS. Я выбираю ее, а вы выбираете, какая у вас файловая система. И нажимаем кнопку «Старт». И появилось окошко, где предупреждает, что все данные на диске будут уничтожены. Если есть ценная информация на флешке, то необходимо ее скопировать в другое место. Соглашаемся и нажимаем «Ок». Идет форматирование флешки в системе NTFS. Флешка отформатирована. И теперь идет копирование ISO-файлов на флешку. На это уйдет времени от 8 минут и более. В основном все зависит от флешки. Сейчас я поставлю на паузу, чтобы не занимать лишнее время. А потом посмотрим. Загрузка образа Windows на флешку завершена. Нажимаем «Закрыть» и здесь тоже «Закрыть». Открываю компьютер. Правой клавишей мыши нажимаем на это USB-устройство. «Извлечь». Все. Теперь можно делать и установку Windows на компьютер или на другое устройство. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.